Мелитопольский многофункциональный колледж получил документы, подтверждающие государственную аттестацию и право выдавать выпускникам дипломы российского образца. В Мелитополь приехала первая партия учебников, по которым будут заниматься школьники в следующем учебном году, привез их министр просвещения Сергей Красной. Он подчеркнул, что в учебниках по истории нет агрессии, школьники будут воспитываться в традициях дружбы народов. Решен вопрос с горячим питанием для школьников. В новом учебном году в Мелитопольском краеведческом музее проходит выставка, посвященная нашему земляку-разведчику Павлу Судоплатову. Павел Судоплатов вел беспощадную борьбу с украинскими националистами. В ходе спецоперации он лично устранил лидера движения ОУН Евгения Коновальца. На этом у меня все. Оставайтесь на нашем уровне. Знаете, в 11 часов больше новостей на сайте kazakh.fm. Далее я расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в кубанской столице сейчас оцениваются в 3 балла. Плотное движение наблюдается по улице Красных Партизан. My brain is turning and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading up. My force is being sucked along the bloody leech. Everybody loves Авторадио и Газпромбанк представляют Суперигра. Много денег на Авторадио. Призовой фонд 5 миллионов рублей. Плюс Супербанк 1 миллион рублей. Плюс Супербанк 2 миллиона рублей. Плюс квартира в Москве. Играем каждый день. Много раз в день. Просто поменяйте гудки в мобильном телефоне на гимн. Произвел необходимые расчеты и со своим реактивным артиллерийским взводом нанес удар по противнику. Было уничтожено 2 самоходные артиллерийские установки. Подразделение националистов отступило. Мы говорим нашим героям большое спасибо. Наши герои. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Продолжаем наш уже, можно сказать, традиционный цикл встреч с материалами журнала «Кругозор», уникального общественного...